Этот славный парень Максим. Ему в сентябре этого года будет исполниться 13 лет. Он уже у нас взрослый, хотя к нам в детский дом он попал тоже в самом начале, и он был совсем маленьким, лопоухим таким сорванцом. Но сейчас он уже у нас превращается в такого лебедя. У него очень хорошая черта есть, как вот я считаю. Это он очень аккуратный мальчик, очень стильный, очень любит модную одежду. Мне кажется, он доверится этим людям, которые его возьмут. И я бы очень хотела вот от всего сердца, чтобы Максимке повезло в этом плане, чтобы у него все сложилось хорошо. Всех, кому не безразлична судьба Максима, просим обращаться в Департамент образования, молодежной политики и спорта по адресу площадь Ленина, дом 1 или по телефону 47 54 06. Вы можете стать для него приемными родителями, оформить опеку или усыновить.